Как зэки зарабатывают деньги в тюрьме? Первое – казино. Игра – понятие важное, играют везде, некоторые этим живут, имея своеобразную масть игровых. Игровые обороты в тюрьме потрясают воображение, некоторые, попав в тюрьму, проигрывают бизнес, жилье, автомобили, а значит, тот это выигрывает. Второе – барыги. У них можно купить практически все, начиная от продуктов питания, заканчивая всякой запрещенкой, при этом цены на хавчик у них в два раза выше, чем в тюремном ларьке. Зато можно купить 24/7 в рассрочку без ограничений по объему. Третье – маклеры. Некоторые умельцы промышляют производством сувенирной продукции типа четок, шкатулок, нарт и так далее, изготавливают их в основном из ворованных материалов, но иногда и делают из материалов на заказ. Четвертое – промка. На территории многих колоний есть производства, на которых зэки работают. Не то чтобы труд совсем уж рабский, но очень близок к этому. Средняя зарплата в районе МРОТ, да еще и до 75% заработка зэк обязан направить на компенсацию своего содержания. Подробнее в сторис.